Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иудив возвращается к своему народу. Обе вместе вышли по обычаю своему на молитву. Пройдя стан, они обошли кругом ущелье, поднялись на гору Ветилуи и пошли к воротам ее. Иудив издали кричала сторожившим при воротах: «Отворите, отворите ворота, с нами Бог, Бог наш, чтобы даровать еще силу Израилю и победу над врагами, как даровал он и сегодня». Как только услышали городские мужи голос ее, поспешили прийти к городским воротам и созвали старейшин города. Избежались все, от малого до большого, так как приход ее был для них сверх ожидания, и, отворив ворота, приняли их, и, зажегши для освящения огонь, окружили их. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.